Всем огромнейший привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, конечно же, хочу с вами поделиться своим новым заказом из каталога номер 7 Unice Multi Brand. Кому интересно такое видео, приятного вам просмотра. Конечно, покажу, с какого каталога это я делал заказ. Такой у нас идет 7-й каталог. Как раз он только-только начался в действии. Вот. Ну а кто уже, наверное, делает заказы по этому каталогу, конечно же, я тоже сделал по этому каталогу заказ. Так что давайте все-таки приступим, что же все-таки у меня приобрели именно с этого каталога. Конечно же, заказ не такой прям большой, но есть что все равно показать, и большинство, конечно же, у меня идут новинки. И давайте приступим. Первое, что хочу показать, хорошая там была цена, это как раз и идет у нас с этого каталога новинки. Это у нас идет серия Petit Maison, вот так вот называется такая вот серия. Это у нас идет кондиционер для поврежденных пересушенных волос. Очень, конечно же, мне захотелось попробовать, потому что хорошая была там акция. Если вы приобретаете кондиционер и также вот такую вот шампунь, то в наборе оно и шло всего лишь 120 гривен. Очень хорошее предложение, потому что если приобретать по отдельности, то, конечно же, получится намного дороже. И давайте все-таки приступим, наверное, как я уже показал с кондиционера, наверное, все-таки кондиционер я и покажу. В тюбике у нас идет 200 миллилитров, как раз вот, ну, нормальный объем, что хочу сказать, именно этого тюбика. Также это у нас идет изготовитель Турция, и также здесь идет у нас запечатанное все в слюду. И слюду я, конечно же, снял, но я покажу вам на вот этом. Вот так вот он запечатан. Это, конечно же, очень-очень хорошо. И по поводу аромата, потому что я же шмиш, очень было интересно понюхать, какой же здесь идет у нас аромат. Аромат очень приятный, именно такой вот прям цветочный, свежецветочно-пряный какой-то вот такой вот аромат. Ну, просто какой-то даже, вот мне, не знаю, напоминает какой-то вот женский парфюм. Очень вкусно пахнет. Так что можно спокойно использовать его на волосах и просто ощущать очень приятный, ненавязчивый аромат. Это, конечно же, просто круто. И также у нас идет такая же шампунь, такая же самая серия, только здесь идет у нас 300 миллилитров. Тоже такая вот идет баночка. Здесь у нас сейчас интересно... так, сама по себе шампунь идет такого вот и гелевая консистенция. И аромат тот же самый. Очень вкусно пахнет. Ой, просто супер. Я очень довольна, что я, конечно же, себе приобрел вот такой вот набор. Так что круто. Там было и шло два набора. Там был именно вот этот набор. И второй набор и шел для объема волос. Так что я все-таки решил, так как я отбеливаю волосы, да, всегда они у меня идут, волосы, как говорится, чувствуют и химию, да, на голове. Так что, конечно же, все-таки хочется приобретать именно вот и для укрепления, для оживления волос, да, и, конечно же, чтобы не так они были повреждены. Так что больше, конечно же, я решил все-таки приобрести именно вот эту серию. Также я себе приобрел такую серию, и также у меня и подружка тоже приобрела такую же самую серию. Но я вам же показывал, да, что вот так вот запечатанное оно все идет в фольгу. И тоже такую же самую для поврежденных волос. Так что, действительно, я же говорю, что очень классная была цена, почему бы не приобрести. Следующая новинка, которую я себе опять же приобрел, там, ну, очень много новинок. Я, конечно же, не смог все прям сразу новинки взять, но надеюсь, что в будущем буду по чуть-чуть их брать. Следующая у нас новинка идет, это у нас уже изготовитель идет Польша. Серия называется у нас Марион. Это у нас идет Бразилия. Бразилия с кератином. Вот такая вот тоже интересная здесь упаковочка. Это у нас идет шампунь. Здесь 250 миллилитров. Конечно же, оформление упаковки очень-очень интересное. Также здесь идет, если ее открывать, да, просто нажимаем пальчиком, и мы просто вот открыли, и можно спокойно использовать. Так, ну, конечно же, я... Ой, боже, аромат какой вкусный. Боже, такой приятный аромат.
Вот он мне пахнет, вот именно, я так понимаю, что здесь есть у нас масла ши. Я так понимаю, аромат ши я слышу такой прям именно вот мне как-то вот и также есть здесь кокосовое масло и также масло гуарана. Именно вот в этой шампуне. Ну, очень вкусно пахнет, и мне вот что-то вот пахнет шоколадкой. Ну, очень такой прям вкусный аромат. Просто-напросто хочется просто скушать. Так, здесь у нас нету перевода. И сейчас я попробую, конечно же, быстренько найти в каталоге. И для чего вообще это шампунь? Для каких именно это шампунь идет у нас? Для каких волос? Так, это у нас также идет и что шампунь, что кондиционер. Это у нас идет именно для обновления вашей структуры волос. Да, именно что, опять же, это шампунь тоже идет и от поврежденности волос. Именно вот захотелось еще плюс и попробовать Бразилию. Вот, почему бы не попробовать, да, потому что я же говорю, что очень-очень интересно, конечно же, попробовать новинки. Вот, и здесь, конечно же, масла я вам говорил, да, что здесь идет даже есть бразильский орех, масло здесь входит. Конечно же, масло гуараны, так как я говорил, и кокосовое масло, и плюс, конечно же, кератин. Так что я же говорю, что очень, конечно же, хочется попробовать, очень-очень интересно. Также еще я плюс приобрел же и кондиционер. Также здесь входят те же самые масла, которые я говорил именно в шампуне. Здесь у нас идет также 250 миллилитров. Ну, упаковки, конечно же, я, ну, просто суперские такие. Да еще просто название такое, прям Бразилия. Ну, вообще, как вы то знаете, как в фильме, да? Там, где много-много диких обезьян. Так и здесь. Так что здесь тоже такая полная банка. Вот что хочу сказать. Прям очень много здесь кондиционера. Я просто прям в шоке. Ой, и также самое вкусное вот именно пахнет, как и шампунь. Так что я же говорю, я очень довольный, что приобрел именно вот такую вот серию. Но это, конечно же, круто. Дальше. Также у меня подружка приобрела. И я себе тут приобрел, опять же, из новинок. Это у нас идет и, опять же, Аппетит Мейсон. Чи Мейсон, как он правильно называется. Опять же, это у нас изготовитель идет Турция. Это у нас идет жидкое мыло для рук с ароматом грейпфрута. Вот. Здесь, еще раз повторюсь, баночки, если не говорил, бы я уже что-то забыл. 300 миллилитров. Сам по себе он идет вот такого вот салатового цвета. Это не банка. Банка прозрачная, а сам идет вот такого вот именно золотоватого отлива. Очень, конечно же, такой прям красивый цвет. Себе по поводу вот этих продуктов с новинок я себе именно с грейпфрутом не приобретал, потому что мне вот, не знаю, я не люблю ароматы грейпфрута, я и так нередко кушаю грейпфрут, и плюс ароматы я тоже не так уж прям и в восторге от них. Ну, кстати, очень вкусно пахнет, и я не могу сказать, что он пахнет грейпфрутом, он вообще грейпфрутом не пахнет. Очень вкусно пахнет. Я даже не могу сказать, какой фрукт пахнет. Ну, не грейпфрут. Очень вкусно пахнет. Так что теперь я уже и жалею, что я себе не приобрел, честно. Потому что грейпфрута аромата я здесь не слышу. Вот. Также, что хочу показать вам, что здесь идет такая вот именно густая консистенция. Это, конечно же, очень-очень классно. Боже, как он вкусно пахнет. Ну, капец, вот понимаете. Думал, что грейпфрут будет, не буду покупать. А оказывается, нет. Так что на следующий раз я себе обязательно такое вот мыло тоже приобрету. Потому что действительно очень вкусно пахнет. И также еще плюс подушка приобрела с такой же самой серии. Это у нас идет уже гель для душа. Здесь у нас идет и витамин Е, и также сюда входит глицерин. Здесь у нас идет гель для душа 400 миллилитров. И также у нас видно на данной упаковочке, что грейпфрут. И также у нас идет он такого вот именно красивого салатового оттенка. Так, сейчас интересно, какой же здесь идет у нас аромат. Такой же, как и в мыле. Ой, такой же самый вкусный аромат. Я же говорю, грейпфрутом вообще здесь не пахнет. Так что, кто не любит аромат грейпфрута, не бойтесь, можете спокойно
приобретать, потому что действительно, ну, очень вкусно пахнет. И сама, конечно же, серия тоже такая вот именно упаковочка, такая прям именно миленькая, прям просто аж радует глаз. Так что подружка останется в восторге. Не знаю, конечно же, она останется в восторге по поводу аромата. Может, она хотела, чтобы все-таки был аромат грейпфрута и шел. Ну вот, если бы я себе его брал бы, то я был, действительно был бы в восторге, потому что, слава богу, не пахнет грейпфрутом. Также, что я себе приобрел? Для себя я приобрел та же, такая же самая серия, только это у нас идет уже из граната. Ну, конечно же, этот аромат я люблю, и почему бы себе не приобрести такое вот жидкое мыло для рук. Здесь также идет у нас 300 мл, но здесь, конечно же, идет уже розового цвета само мыло. Сейчас понюхаем, что здесь. Вы знаете, что вам сказать? Опять же, он не пахнет. Он не пахнет гранатом. Совсем не пахнет гранатом. Вообще не пахнет гранатом. Он не пахнет химичной клубникой. Вот действительно пахнет химичной клубникой. Именно вот такая вот, именно не свежая, там, знаете, как натуральная клубника, а именно химичная клубника. Я что-то сразу, вот я такие вот химические, да, такие вот ароматы нюхаю, и сразу что-то напоминает мне детскую серию от Avon. Вот такие вот химичные ароматы. Так что, что хочу вам сказать, что, наверное, все-таки мое предпочтение больше, конечно, к этому аромату, чем к этому аромату. А вот так как-то я вот не угадал. Видите, думал, что будет как-то вкуснее, чем вот это. А оказалось, это все идет у нас наоборот. Так что, конечно же, немножко я в расстройствах по поводу аромата. Ну, ничего страшного, это все-таки для все-таки жидкое мыло для рук. Вот, так что можно спокойно использовать. Но я, конечно же, я же говорю, ожидалось, конечно же, аромат получше. Ну, что есть, то есть. И, конечно же, подружка себе приобрела, я себе не приобретал. Также такая же самая серия, это у нас идет и гель для душа. Здесь идет у нас 400 мл. Также с витамином Е и с глицерином. Ну, сейчас понюхаем, какой тут. Ну, опять же, такой же самый аромат. Тоже вот химозной, как по мне, химозной клубникой. Так что, и тоже розового цвета. Ну, не знаю, может, подружке и понравится этот аромат. Ну, я же говорю, сравнить именно ароматы, то, конечно же, я себе потом вот этот возьму аромат обязательно. Так что вот так, вот видите, как бывает. Только тоже одно странно, да, что если, допустим, вы изготовляете, если вы уже показываете, что здесь грейпфрут, здесь гранат, то как должно быть? Значит, он должен пахнуть гранатом, ой, грейпфрутом, а здесь должно пахнуть гранатом, да, вот по сути это дело, да, мы же смотрим сначала тоже по упаковке, по описанию, да, а когда вот приходит, да, а оказывается ароматы совсем-совсем другие. Даже никогда и не подумаешь, что грейпфрут так может вкусно пахнуть или гранат может так пахнуть химозной клубникой. Так что вот так вот. Это, конечно же, с одной стороны как-то странновато. Вот, ну, что есть, то есть. Что могу я сказать? И также еще плюсы, так, я приобрел, у меня приобрели, и шли еще такие вот именно крема для рук. Также, конечно же, и там были, конечно же, и с грейпфрутом такие крема. Я что-то не взял бы, опять же, по поводу аромата. Теперь я понял, что надо еще взять именно с грейпфрутом крем для рук, потому что тут намного вкуснее пахнет, чем вот этот пахнет. И здесь идет у нас увлажняющий крем для рук. Здесь идет у нас 75 миллилитров. И также здесь у нас входит и глицерин, и витамин Е. Именно в таких вот кремиках. Так что, конечно же, я же говорю, прям шок, что такое может быть. А, и покажу, конечно же, не все-таки я открою его. И также идет здесь фольга. Сейчас я открою. Все равно это ж мой, могу открыть.
Даже вот интересно, как он будет на руке, этот аромат. Вот, и что интересно тоже, что да, сам по себе именно нормальный 75 миллилитров, да, тюбик именно крема. Ну вот именно вот эти крышечки, я их немножко, конечно же, не понимаю, именно вот такие крышечки. Как-то вот, по мне они как-то не ахти. Так, сам по себе крем вот такой, и консистенция именно идет жирный. Вот именно даже сразу видно, да, что он идет такой плотно жирный крем. Вот такой прям жирный-жирный. Хорошо жирный. Я даже не знаю, на лето это будет слишком жирный крем. Это больше, наверное, на зиму. И то, я всегда кремами пользуюсь больше как на ночь. Вот. Ну, сейчас я так вот распределю, потому что аж прям вроде чуть-чуть донес, а такое ощущение, я уже и все руки помазал. Ну, что хочу сказать по поводу крема для рук. Аромат приятный. Не такой химозный, такой вот приятный, ненавязчивый, но опять же пахнет клубникой. Вот именно мне как клубника пахнет. Ну, главное, что меня радует, что не химозным ароматом. Так что крем для рук, слава богу, нормальный. Это уже хоть радует. И руки действительно сразу становятся, конечно же, очень шикарные. Ну, конечно же, здесь еще добавлен глицерин, конечно же, руки будут просто шикарные. Тут спору нет. Дальше, ага, еще, да, еще один тоже покажу, еще у меня подружка тоже заказала такое вот жидкое мыло из гранатом, потому что где-то там прям лежало, так что получается вот таких вот два мыла есть, вот, так что вот такие вот получились у нас наборчики. Вот, следующий, также у меня подружка, хорошая была цена в этом каталоге на твердое мыло. И подружка решила приобрести мыло с экстрактом граната. Это у нас идет серия Талия. Здесь идет у нас 150 грамм. И, конечно же, очень вкусно пахнет. Очень так тоже вот интересно открывается он так. Вот так вот открывается. Но это все, то, что он может открыться. Если уже доставать, то тогда, конечно же, можно конкретно открыть. И то, что хочу сказать, что видите, мыло запечатанное в слюду. Это тоже очень хорошо. Даже на подарки будет идти самый-самый раз. И аромат здесь, ну, как всегда, очень приятный. Конечно, он не пахнет прям так, чтобы я мог сказать, что он пахнет и гранатом. Ну, аромат приятный. Вкусно пахнет. Так что, надеюсь, что подружка останется довольна. И мыло идут у нас натуральные. Также хорошая была акция с этого каталога. Если вы приобретаете с этого каталога любые два продукта, вы могли приобрести мыло и твердые. И по хорошей цене каждое мыло и шло по 30 гривен. Ну, конечно же, у меня подружка приобрела, и там и шли все 4. Но на складе я только застал 3 мыла, четвертого не было. И четвертого у нас не было, это с чайным деревом. А 3 было, это у нас идет у нас и с жемчугом, вот такое вот мыло. Вот, ну, очень вкусно. Ой, пахнет. Я просто, конечно же, в восторге от этого аромата. И в каждом кусочке мыла у нас идет по 100 грамм. Так, второе. Это у нас идет уже из авокадо. Упаковочки, конечно же, у них шикарные. И что хочу еще раз повториться, что в каждых мылах идет 100 грамм. И мыла идут у нас натуральные. Тоже очень вкусно пахнет. И последнее мыло, это у нас идет мыло, как оно там называется, из серой. Вот такое вот и шло у нас мыло. Так, сейчас мы тоже открываем, такое вот желтого цвета. И аромат, я хочу сказать, не воняет. Хотя, да, вот все, когда вот читают, что мыло серое, и сразу все думают, боже, такой, наверное, очень неприятно пахнет. Можно будет задохнуться, но я хочу вам сказать, что ничего подобного. Аромат такой вот именно ненавязчивый, можно сказать, что и приятный. Ну, конечно же, не могу сказать, что прям такой прям цветочный, прям вкусный. Хочется его нюхать и нюхать. Нет, конечно, но он, конечно же, ненавязчивый, приятный. Так что задохнуться от этого аромата нереально. Так что само по себе мыло, конечно же, достойное. Так что вот такие вот получилось у нас 3 мыла.
Вот, предпоследнее я уже покажу. Также у меня подружка приобрела. Это, я думаю, вы видели уже. Я заказывал, показывал даже в предыдущем заказе. Это у нас идет изготовитель Турция. Серия называется Бебак. И это у нас идет крем для лица и тела против загара, да. И здесь идет у нас SPF 2 с экстрактом моркови. Вот, ну и так как вы помните, я вам рассказывал, я и нюхал, да, что он совсем не пахнет морковкой, у него такой вот прям, даже уже и не помню, какой аромат, но морковкой он не пахнет. Так, ну, конечно же, здесь идет у нас белая консистенция, вот такая. Он даже такой вот прям ненавязчивый, приятный аромат и какой-то вот, ну, какой-то вот цветочный, но я же говорю, его еле-еле слышно. Так что прям и так, чтобы услышать, какой именно здесь аромат, я даже не могу толком и сказать. Ну, то, что морковкой точно не пахнет. Здесь идет у нас в упаковочке 120 миллилитров. В тот раз у меня приобретали и решила подружка тоже себе приобрести. Почему бы не попробовать? Потому что у меня клиентка, которая приобретала, она начала использовать, то ей этот продукт понравился. Так что это, конечно же, очень-очень хорошо. И последнее, что покажу, конечно же, и радость, и расстройство. А почему? А сейчас я расскажу и объясню. Если вы приобретаете с каталога на сумму, там, допустим, 30 баллов, вы можете получить там подарки. Там идут у нас подарки. Там было у нас и 5 видов, и типа что и здоровье, и там и, господи, отдых. Там, короче, и романтика. Очень было много разных у нас ячеек, и под каждой и вот этим словом были определенные и шли продукты. Если пишется романтика, да, значит, там и шли у нас ароматы, там и лосьоны, еще что-то и шло. И так и здоровье, это уже баты идут, там еще какие-то, вот именно вот таких вот вариантов. Но мне захотелось, конечно же, попасть в романтику, потому что там были туалетные парфюмные водички даже есть. Это у нас парфюмная вода. Вот, и я, конечно же, решил попробовать, потому что нам она и шла по хорошей цене. Если набираем 30 баллов, то я решил, конечно же, приобрести. Это у нас идет Don't Panic. Вот такая вот упаковочка. Честно, я ожидал, что будет она большая упаковка, а как-то вот пришла такая вот маленькая. Я сначала думаю, не понял, а что это такой за мимический аромат? Но когда я посмотрел, сколько здесь идет миллилитров, то я потом уже и понял, почему такая упаковка. Здесь идет у нас 40 миллилитров. Так, пишется у нас, там вот видите буквочки, ну, видно, что пишется мужской. А дальше я не буду переводить, потому что вдруг я что-то неправильно ляпну. То лучше вы сами прочитайте. Вот, и дальше, и слюду я не убирал, думаю, сразу вам покажу, что она у нас приходит в слюде. И, кстати, в новом каталоге она у нас будет идти, это в каталоге номер 8, будет идти у нас они по акции. Если вы приобретаете две водички вот с этой серии, там были две мужских и две женских, именно от Don't Panic, вот, то каждая водичка будет идти по 150 гривен. Вот, так что вот, я сразу ее убираю, она никому не нужная. Так, и сейчас я открою. Аромат очень приятный. Очень. У меня когда-то раньше он был. Я помню, я просто не помню, какой именно. Именно, ну, вы, думаю, все прекрасно знаете, да, что они идут у нас, вот эти все, да, парфюмные, туалетные, да, воды, они именно идут как и аналоги известных вод. И также это тоже у нас идет аналог, но я просто не помню аналог названия той водички, я только помню баночку. Она и шла такая вот продолговатая, такая именно сначала уже, а потом шире, шире, шире. И она и шла типа одна половина, типа и шла с красного в черный, именно переходила вот такой вот цвет банки. Вот, ну и вот не помню я название. И тут же тот же самый идет у нас аромат. Что по поводу какого здесь, да, конечно же, упаковка очень красивая, да, такая вот миленькая, прям, ну, вообще, прям в виде замочка, да, вот, ну, конечно же, круто. Но здесь идет у нас большой минус, я просто в шоке. Это хорошо, что мне оно пришло, это мне лично, да, что у меня его не заказывали. А что здесь получается? Видно, что крышечка, да, видно, вот это
Вот это все полущенное, вот видите, это если я сейчас пальцем чихну, и сейчас она все разлетится, так как вот именно вот под низом крышечки. И когда вот открываешь, и ну, вот это все лущится, и оно оставляется, вот видите, на баночке. Вот эта вся краска, все идет у нас на баночке. Вот это, конечно же, меня просто удивило качество упаковки. И я понимаю, если бы она была не запечатана, да, я уже там бы мог бы что-то подумать, ну, она что, запечатанная была? И вот так вот она вот ужасно приходила. Ну, я вообще просто в шоке. Ну, вот крышка, видите, уже вот получилась. Это, конечно же, полный бред. Я думал сначала, что это типа как оформление, вот именно, что это так должно быть, знаете, потому что и вся крышка именно вот в таком вот варианте идет. Я думаю, что это, наверное, такое вот оформление этой крышки. Но когда я вот здесь и вот открыл и начал его вот именно вот чухать, и оно начало все это обсыпаться. И я понял, что это, конечно же, такое вот хорошее оформление крышек. Так что, конечно же, в этом плане разочарование, потому что его не подарить теперь, даже если, допустим, ну, у меня этот аромат уже, ну, не мой аромат. Раньше как-то я им пользовался, мне он очень нравился, но сейчас я от него вот не могу. Он приятный, все, но я от него задыхаюсь, не могу я им пользоваться. И также, если подарить, ну, на подарок, ну, совсем не пойдет. И на продажу, тем более не пойдет, потому что вот именно с такой вот крышкой, ну, куда? Так что, не знаю. Пока постоит, если что, может, я же говорю, может, кому-то потом я просто так отдам. Вот. Но это, смотрите. И все остается у меня на пальце. Это просто, ну, что-то с чем-то. Вот. Так что, вот такое вот именно идет расстройство. Потому что, если бы кому-то, я не знаю, что бы я бы делал бы с этой водой. Потому что, если вот я ее просто что-напросто обратно отправить не могу. Потому что, во-первых, что она и шла в слюде, да, это раз, чтобы я бы не открыл бы, и когда уже открывает, это уже такое дело, это уже не, типа, не ихняя проблема, они же не смотрят в упаковках, что там творится, да. И также я, вот, допустим, вот эту воду тоже я не могу отправить, потому что это шла у нас по бонусам, да, по баллам. И понятное дело, что хотели, то им имейте. Так что ничего с этим поделать я теперь не смогу. Так что вот такие вот пирожки мои хорошие. Так что я же говорю, одна сторона, что радость, что слава богу, что застал я эту воду, потому что хотела я, конечно же, попробовать эту воду. Но вот теперь я говорю, что если даже приобретать, допустим, даже с этой серии, да, даже немножко как-то уже страшновато. Потому что, извините меня, она стоит не так уж дешево. Это да, это мне, конечно же, она дешевле пришла, потому что по баллам. А если по каталоге, да, то даже если брать две там, ну, каждая по 150, а так она стоит там 250 гривен, да, то и с такими вот прибамбасами, это я считаю, что это не как-то вот должно быть, как вот я сейчас держу в руках. Так что все, мои хорошие, вот такой вот был у меня заказ. Вот небольшой, ну, главное, я же говорю, что что-то очень классное, что-то, конечно же, немного разочаровывает. Но ничего страшного, всегда хочется, конечно же, все попробовать. И недаром вот и, как говорится, да, и нужно это все показывать и рассказывать, да, чтобы потом можно было уже точно знать, а стоит ли его приобретать или не стоит. Так что все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать такой вот ролик. Надеюсь, вам понравилось и до новых встреч. Целую, люблю. Ваш Игорь. Пока-пока. А я пойду руки как-то мыть от этих блесток. Не знаю, отмою я их или не отмою, потому что будет красиво, когда я сейчас я буду ехать в маршрутке на работу, и будет это все вот красота на мне. Так что еще раз пока-пока.